В Центральном парке Люберец эко-волонтеры провели акцию «Тропа чистоты», посвященную Дню эколога. День эколога – профессиональный праздник специалистов по охране окружающей среды, которые в стране ежегодно отмечают 5 июня. Акцию «Тропа чистоты» организовали активисты городского округа Люберцы. Эко-волонтеры провели экологические викторины и мастер-классы по плетению авосек, сортировке мусора и переработке пенопласта, а также собрали 75 килограммов макулатуры. Сбор макулатуры – это очень для нас важно, в первую очередь для городского округа Люберцы, да и в целом для нашей страны и мира. Такие акции побуждают на добрые дела. Мы проводим также субботники в этом парке и в Наташинском парке, во всех практически трех парках городского округа Люберцы.